Покупатель, будь осторожен. Кругом контрафакт. Видимо, сейчас мы будем искать китайские айфоны. Начинаем мы, видимо, с самых низов. Я патрульный без машины. Я пеший патрульный, даже велик мне не дают. И вот я слышал о стрельбу. Наверняка это был очередной, так сказать, момент. Так, полиция, кто свидетель? Скорую вызывали? Какую тут нахрен скорую? Тут уже труповозку надо вызывать и место заказывать. Так, либо проходите, либо записываемся в дружину. Выбирайте, только быстро. Здорово, Кол. Быстро добрался. Ну да, ты же видел, как я бегаю. Так, раз ты первым прибыл, ты и разгребой. Разгребой. А мы поедем. Так, что мы имеем? Я должен смотреть труп. Ну что ж, это белый мужчина, бомжеватого вида, в явно батькиных штанах на вырост, а его застрелили сквозным выстрелом баблёхая. Ну что ж, я думаю, это висяк, мы никогда не узнаем, кто его убил. Знаешь, кто мог такое сделать? Невъебенный парень. Так, перешагну-ка я через него, один хрен, он больше не вырастет. Потопчусь-ка я, так сказать, по крови. Так, ладно, давайте теперь серьезно. Средь бела дня нажимаю на улицу, вот теперь я видел все. До этого там мы такого не видели в этом городе. А смотрите, головы и руки жертвы. Так, это карман. Карман, может там еще баблища осталось. Так, перстней нету. Тут брать нечего. Я буду отыгрывать русскую полицию. Что здесь еще? Так, бумажничек. Что, подожди, что это? Отогнуть, может быть запонки позолоченные. Опачки, конвертик. Блять, не бабло. Так, банк Аркадия Уэссен, 3 Уэст-стрит, КВ, квартира 5, товар Серги же. Ооо, вот это уже интересно. $52, блять. Не, это точно не мой день. Так, там еще что-то ниже было. Засунка я обратно, сделаю вид, что я этого не видел, да? Так, что у нас здесь? Покрутите, поверьте. Ну, ему прострелили часы, блядь, даже если они что-то стоили, уже все. Так, что у нас с головой? Может, зубы золотые есть? Ну-ка, открой-ка пасть. Так, еще сережек нету. Он был натуралом. Убили натурала средь бела дня. Я думаю, это фемки. Кивни, если это были мужики. Нет, видите? Нет, не были, не мужики были, бабу убили. Ну, собственно, убийцу звали Стас. Он шел на север. Ну все, я все посмотрел. Че, блядь, в ширинку-то ему не полезу. Вряд ли у него яйца там золотые. Так, где моя чудесная книга? Книга «Улик, людей и мест». Так, перестрелка. Перестрелка со смертельным исходом. Погиб один мужчина. Магазин обуви «Нанбуш». Такой Нан, блядь. Джордж Буш. В то время, когда игру делали, кажется, президентом был, могли бы уж правильно написать. Так, люди, хуйна, люди. Жертва преступления найден мертвым на тротуаре. Полмужской, это все, что мы о нем знаем. Придется похоронить его в безымянной могиле. Так, магазин обуви Нан Буш. Магазин мужской обуви, он изображал убийство. Нахуй мне этот магазин? Ну-ка, подожди. Кстати, а смотри, ботинки новые были или он в старых помер, это важно. Дожди, я ж тут адрес какой-то срисовал. Ты чё, блядь, не записываешь? Серьги бриллиантовые. Произведенные выплаты. Дата, номер квитанции, сумма, баланс получатель. Забирай улику, квитанция на зарезервированный товар. Если стоимость товара полностью не оплачена... Кто там пиздит мне под руку? Заткнись, нахуй. Тут детектив Коломбо работает. Вот, новая улика, просто надо все. У нас, видимо, герой немножко уйти, как глядя, не видит все, блядь, своим Full HD зрением. Надо нахер, блядь, в 4 этапа, блядь, бумажку А4 осматривать. Так, нах, пойду спрошу в магазине, блядь, что они там себе позволяют. Это кто тут распизделся? Может, ты пойдешь туда, блядь? Покажешь, как надо? Учитель хуев. Так, улики, блядь, ладно. Наверное, узнаю, что пиздит. Так, ну, Нанбуш, ну и чё, блядь, хули мне Нанбуш? Знаю я, что он Нанбуш. Улики, бля.
Вот, квитанция на товар появилась. Чек на серьги с жемчугом выдан банком Аркадии. У нас стоматология так, блядь, в Питере называется. Сеть. А они тут в Америке кредиты выдают на наши пломбы, блядь. На наших пломбах заработана их квитанция на товар. Ну и чё мне это? Нахуй, убирай это говно, пошли. Пошли, разберемся. Так, ты, сучка в розовом. Ты явно фемка. Я патрульный, блядь, а ты кто? Чё тут шатушляемся? А, плачет на показ, что мне делать, ма? Боссом твоим был. Ты хотел сказать, он был твоим папочкой? Он пиздил тебя в черной комнате? Галета, блядь. Печенька, хуй его. Сухарик, блядь. Галета. Кто тебя так назвал, ёпта? Дед? Дед имя выбрал? Галета. Хорошо, не консервочка. Кловис, галета. Галета. Я, блядь, представляю, галета, сразу сухпайки вспоминаю. Один раз в жизни ел, не очень понравилось. Темно-карие глаза. Вспоминаю, помираю. Волосы каштановые. Пол женского. 27 лет, нихера себе. В этой графике, я думаю, ей под 40. Он был директором этого магазина. Она продавщица. Свидетель убийства Эверетта Гейджа. Так, показания свидетеля. Вы не могли бы сказать, что тут произошло? Весь перерыв я люблю ходить по магазинам. Когда я находился в одном из них, ко мне подошел мистер Гейдж, мой босс, и начал пиздеть, что я долго обедаю. И тогда я достала свой феминистический пистолет и отстрелила мистеру Гейджу его, блядь, шовинистские яйца, нах. Да? Ты? Парлеву мексикану? Нет, не она, блядь. А я бы ее посадил. Не нравится мне эта баба. Если вам кажется, что свидетель лжет, вы можете это доказать, выбрав обвинить. Чтобы обвинить свидетеля во лжи, вы должны предъявить доказательства. Чтобы обвинить свидетеля. Сейчас я, блядь. Я жму, жму, жму. У нее глаза бегают. Хороший коп, плохой коп. Обвинить. А, плохой коп. Вопрос неправильный. Мне сложно вам поверить, юная леди, не желаете ли пробздеться до участка, так сказать? Да вы сами сожрали, мальчишка. Как вы смеете с вами разговаривать в таком тоне? Я феминист. Человек погиб, обманывать полицию, уголовное дело. Я тебя отвезу в участок, я прикую тебя к решетке, буду пиздить тебя дубиной. Обирайтесь немедленно, если вы хотите прожить на других полицейских, но я слова не скажу. Проклятые американцы. Слава Мексике. Блять, где мой пистолет? На какую кнопку выхватить пистолет? Сейчас я допрошу эту сучку как следует. Так. Стоп. Ботинки. Нюхай, пахнут они ногами Гейджа. Не думаю, что это важно. А ты не думай, ты бери, блядь. Забирай. Я в следующей миссии не против походить в красный мокасин. Нет, да? Что за обувной магазин? Тут уже шест, блядь, и поставить пилон, и все, нужно в ближнюю превратить. Приват. О, уже комната с приватом есть, я же говорю, у меня батя глаз наметан. А что за ячейки здесь? Что, блядь, с управлением в этой игре? А, это, блин, коробки, а не ячейки. Мне кажется, я засрал это дело. Ну ты у меня сядешь, сучка. Как только меня спросят, кто убил, я, блядь, покажу на тебя. Что это такое? Junk. Хлам. Это для тебя хлам, а в пункте приема макулатуры это 3 рубля 50 копеек. Ну ладно. Так, посмотрим, что тут есть. Что это? Ничего тут нету. Как знаете, во времена, блядь, второго Resident Evil оригинального и Dino Crisis, вот так же ходишь и спамишь на кнопочку, чтобы посмотреть, чтобы персонаж что-нибудь сказал. Ак, о, какие четкие туфли, эй, ац, приорусель. Продаются, нет? Ладно, я по-ковбойски сниму сандали с мистера Гейджа. Так, с кем тут обсудить? Слышишь, пойдем мексиканку пытать. Парень, тут работу. А я, блядь, что сделаю? Что тут делаю? Ты что? Ты что тут, блядь, основной? Во. Тут что-то блестит. Гильзы 32-го калибра, ебать. Его из танка расстреливаешь-то. Можете положить предмет, что это. Так, 32-й калибр, надо найти пистолеты, и мы по ручке и цвету ствола сможем вычислить.
Опа! Блять, да в этой игре все так, походу, улики расходуются. Все расследования так проводятся. Вот номерочек есть. Так, Браунинг. Так, номер такой. Это, возможно, придется брать магазин оружия. Конечно, блять, тут-то батя мастер. Не, у нас нет убийцы, у нас девушка, у нас есть пистолет, блять. Сейчас кого-нибудь посадим, пошли. Нам висяк не нужен. Магазин Иглстона в паре шагов. Ты думаешь о том же, чем и я? Да, я думаю, тут все долбоебы, блядь. И прежде чем кого-то убить, покупают нахуй пистолет в соседнем магазине. А у негритосов и нелегалов в соседнем районе, блядь, в газетку завернутый. Пиздец, город дебил. Блядь, мы чё нахуй, в деревне дураков находимся? Чё за шоу Трумана, блядь? Чё это какие-то пиздец тупые? Не понял, чё это? Подожди-ка нахуй. Не понял на чё-то, я чё, ещё не могу... Вы заехали вместо... Я чё, не могу ездить, и мне захочется? Подожди, а я пистолет-то забрал? У нас тут небольшие проблемы с управлением. Да кто там сигналит? Дай ему жезлом уже по еблу достало. Достало это мразота. Поехали. Я поеду сзади. Не, нихуя, я пойду спереди. Мне кто-то сказал, что тут можно ездить на... пассажирском, но, видимо, не в эту смену. Видимо, у нас с напарником права одни на двоих, и те мои. Так. Улики. Сейчас. Пистолет Браунинг FN. Браунинг Фалькон, наверное, да? Нет? Я просто пытаюсь выгнуться и сделать вид, что я знаю, что за FN. Так. 22-го года. Нихера себе, до сих пор стреляет. Блять, хорошие пистолеты делали. Ага, и калибр 32, и год 32, а, год 22, блядь, 10 лет патроном было, и все стреляет, я охуеваю. Так, места, где тут магазин оружейный, магазин Иглсона, блядь, Иглсон нас уже знает. Я же говорю, не Дэвид Филлипс, она продавщица, а не... Она, мексиканский нелегал! Я, блядь, сейчас вызову нахер сюда службу ФНС. Ё, блядь, выселят обратно жрать тортильони и плясать кориду, или чем они там нахуй занимаются, не знаю. Я, блядь, ставлю свою зарплату, потому что куда ты едешь? Ёбаный свет, я думал, у них левосторонний... А, это... Ладно, я косячу просто с управлением, не буду оправдываться. Но управление здесь машиной мне не очень нравится. Вот было бы оно как в «Мафии», в первой было бы лучше. Оружей, да и магазин Иглсона. До 36. Здорово, Иглсон, давно не виделись. Ты чё, блядь, всех убийц в нашем городе спонсируешь? Какого хуя? А, это другой. Подожди. Точно другой. Марк, модель. Браунинг FN 22 года. Твой, блядь, ровесник. Не может быть. Нет, я его не продавал. В Европе они очень популярны, но здесь их редко встречаешь. Хотя пару дней назад у меня был один такой. Владелец, не помните? Конечно, помню. Кэллоу, Эдгар Кэллоу. Пушка выглядит так, словно с него не раз не стреляли, но он все равно просил ее почистить. Подкупил коробку патронов и ушел. Ага. А нахрена чистить, если из нее не стреляли? Порохом-то хоть пахло? Блять. Черт, хорошо, я с порогу стрелять не начал. Была бы неловкая ситуация, это же реально другой чувак. А я думал, это тот же самый магазин. Я вообще думал, он один на весь город. Но это же Америка, тут пистолет купить проще, чем гандоны в аптеке. Так, места, значит, места. Ювелирный магазин блядь, какие же названия тупорылые. Ашан бы назвали, все. Запоминающееся, броское название для ювелирного магазина. Кому ты, Фафа, Биби, ты видишь, что стражи порядка ходят? Видишь, у меня бег сломался, я, блядь, бегать... А, я, блядь, тут на дурацкую кнопку бегать. Не на стике бегать, а на курочек. Это, как тебя там, напарник? Поехали. Ёб, блядь, машину. У нас такая сирена, как будто где-то что-то горит. Какого хрена у нас такая сирена? Фелпс, мы похожи на пожарных? Блядь. Ручничка-то нету в машине. Заткнись, я по навигатору. Ну давай, ты на красный-то, я ж тебе разрешаю. Да что ты, блядь, стоишь-то, ёб твою мать.
Пиздюк, всю машину поцарапал, если... Всю ведром кредитным. Так, так. Ага. Сразу видно, что здесь работает какой-то местный крестный батя. Он, наверное, из-под полы кокаином и контрактами на убийство приторговывает. Так, ну чё. Давай, на этот раз и я хороший, ты плохой. Устроим ролевые игры. Офицер, откуда ты знаешь? Патрульный Коул Фелпс, вы Эдгар Кэллоу? Нет, мистер Кэллоу сзади комнате какает. Он сказал, что ему нужно попудрить носик. Я, говорю, сейчас его позову. Идите. Ах ты! А, да, Коул бежит. Я ж тут один бегать умею. Ах ты, толстожопый. Чё ты не прострелил ему колени? Где помощь полиции? Так, это он? Нет, не он. Чё, блядь? Я в Детройте, блин, догонял этих роботов, блядь, беглых. Неужели ты думаешь, я тебя не... Ай, наоборот, я роботом. Ух, бля, меня чуть машина на пенсию не отправила. Досрочно, бессрочно. Здороги, блядь! Удержите, используйте для прицеливания. На, нахуй! О! Не понял, а зачем мне дали совет по стрельбе, если мне, блядь, нельзя в него стрелять? Че за тупое говно? Мне надо было ему ногу отстрелить? Ну так я же его не убил, он же ранен. Ну подумаешь, у него одной почкой стало меньше, бывает. Он же все еще может разговаривать. Может... Да, что ты его второй раз спрашиваешь, ты что, тупой? Он, это он, хватай, блядь, только что же... О. О, припустил. Так, я за ним, а ты воруй сережки. Ну, пиздюк. Удержите L2 и используйте R для прицеливания. Но я говорю, может, ему надо в ногу выстрелить? Херась у них автобусы. Да я его уже и так догоняю. Что, блядь, жоп тяжелая, ботинки жмут. Все, я-то в армии бегать учился, походу. Ой-ой-ой. Ну сейчас с горы-то я его догоню. Не, смотри, тут по скрипту ускорился. Опачки! Да, блядь, тебя за то, что меня бегать заставил. Нихера, он его за локти поднял, так по налоги поставил. Вы арестованы за убийство Эверетта Гейджа. И твоя подельница, вот эта мексиканочка, тоже к тебе присоединится. Бывает дело карьеры венец, а бывает дело всему пиздец. Дело, говорю, тебе так и не удается распутать. Оно как субтитры, которые ты не успеешь прочитать. Остается неприятный осадок и чувство неопределенности. Я импровизирую, чуваки. Я делаю все, что могу. Морг. Дело там, который копот шепчется, когда ты проходишь мимо. Дело, говорю, ты никогда не говоришь. Так, а чё это мы в морге? От кары божьей не уйдёшь, сын мой! Я слышал, ты поймал зловушек вчерашней перестрелки. Да, сэр. Отпускаю тебе грехи твои. Дело твое праведное, пойдешь ты далеко. А тебе не хотелось бы обрушить на голову этого злодея карающий меч правосудия? Можешь меня допросить подозреваемого? Нет, я предлагаю тебе усадить на электрический стул и дернуть рубильник. Какой у нас сильно верующий шеф полиции. Можешь ли ты принести таланты в ходе допроса? Тебе нужны особые качества, прям действительно. Да. Yes, sir. Yes, sir. Good man. I'm happy. Молодчина. Гудмен. Мне нужен боевой петух с залупой на голову и стул с точенными пиками. Я разболтаю этого говноеда. И еще фотоаппарат. Мы проведем ему писи по губам и скажем, что фотографии с этим поедут вместе с ним в колонию. И там мы будут драть в задницу. Хотя в американских тюрьмах и так этим занимаются. Четырежды сгорит в гиене огненной при земле признания, юный Фелпс. Я пастырь твой, а это шанс твой. Ты раб мой. Блять, какое лицо знакомое у этого чувака. Мне кажется, я его где-то в кино видел. Адвокат уже прибыл, хочу с ним поговорить. Я твой адвокат, судья и присяжный.
А сейчас ты за все заплатишь. Так, перестрелка. А давайте поговорим об убийстве. Вы отрицаете, что застрелили Эверетта Гейджа? Охуительный, да, вопрос. Это провокационный вопрос. Я бизнесмен, заведую ювелирный магазин. Напасть имею о чем говорить. Так, погоди-ка. Значит, он заведовал обувным магазином, ты ювелирным. Вы, блядь, конкуренты. Баллов интуиции. Ну, давай попробуем использовать балл интуиции. Спросить у сообщества. Это что за помощь зала, нахуй? Убрать один ответ. Ага, хороший коп обвинить. Я предлагаю обвинить хорошего копа. Блять, да как так-то? Опять неправильный. Я чё, я долбоёб? Да я вот ваши фишки про плохой хороший коп, нахуй, 100 раз уже по телевизору видел. Я вам больше скажу ни слова. Я, блядь, отказываюсь свидетельствовать про себя и своих близких. Пошел нахуй, я тебе больше скажу. Иди на... сам себя можешь вытрахать, блядь, в туалете. Да я сам от себя, блядь. Да может ты сам? Может ты покажешь, как это делать, хуило старое? Его допрашивай, все равно, что вилкой чистить унитаз. Чисти, чисти, чисти. А, это все еще. Ты еще, блядь, больной? Мы только что виделись, долбоебище. А, это все еще обучение. Меня учат. Меня учат допрашивать. Давайте поговорим о погоде. А с ребятами мы уже разговаривали. Да, да, бизнесмен. Так. Да, не собираюсь я, блядь, баллы интуиции на этого пидораса тратить. Обвинить, нахуй. Я, судья Дредд, и я обвиняю тебя. Это приговор смерть. Но у меня был пистолет, а потом его украли. Доказать Гейджа вы не сможете. Так, а у нас есть свидетель из магазина. Орудие убийства. Помните о том, какие у вас доказательства. Ты пиздец, у нас есть свидетель, ты понимаешь, что тебе сядет, тебе лет дадут больше, чем ты весишь. Правда, хуявда, все, ты у меня, блядь, твои яйца, ты этого не чувствуешь, что твои яйца у меня в руке, я вот-вот сожму руку в кулак, ублюдок. И религиозный мотив, блядь, религиозный мотив у нашего шефа отделения, блядь, он там религиозный. Он, мне кажется, думает, что он имперский штурмовик и истребляет ересь, блядь. American Pen, о, какой фирменный карандашик, так. Давайте сменим тему. Вы поститесь во время Йом-Килупа? Почему в субтитрах не пишут мат? Он же матерится. Здесь быть еврейским преступлением? Гейдж ненавидел евреев? Я видел, у него свастика на булках набита, блядь. А ты, блядь, это ж Скотт Бакула сидит. Из квантового скачка. Кривляется, блядь, и морды строит. Я бы сказал, что это что-то среднее между Скоттом Бакулой и Джорданом Бернтеллом. Так, открыть блокнот. Сейчас, подожди, я тут почитаю. Перестрелка, квитанция на товар. Да, ты сам от себя тащишься, да не так ли, Скотт? Чек на серьги с жемчугом выдан банком Аркадии. Да при чем тут это именно религиозный мотив? Серьги с жемчугом здесь, блядь, не просто так. Антисемитизм Гейджа. Плохой коп, хороший коп обвинить. Я предлагаю еще раз обвинить этого. Нет, вряд ли обвинить два раза. Плохой коп. I'm bad guy. Ах, ты уебан, большевистский хуесос, коммунист ебучий. Как ты меня звал? Как ты смешками прощаться? Ах, ты ебаный ты гой. Поц, батя твой поц, твоя мамка пацаних. Гидж заседает в торговой палате, а заодно с этими уёбками. Он препятствует каждому моему выдвинутому предложению. Он столько лет пытался меня разорить. Эдгар Колу, вы арестованы, нахуй, я распутал это дело, батя просто великий коп. Видишь мой козырек, блять, он станет длиннее, как мое часовое. Суд присяжных, блять, мы их подкупим, тебя, короче, на электрический кол посадят. Да-да, не стул, а кол, ты не ослышался, Скотт.
Сниматься надо было где-то, кроме квантового скачка, чтобы тебя поняли. А, прекрасная работа. Ты же просто патрульный, сынок. Да, сэр, я бич. Я замолвлю за тебя слово перед Господом, и, может быть, ты проснешься с новыми погонами. Юные, честные лица — это то, что нужно нашему городу. Такому стремлению защищать закон и правосудие можно только аплодировать. Ну что ж, сынок, продолжай нести службу и следуй по пути Господнему, как Моисей через море. И верь в Христа. Вера тебе понадобится. Это ебанутый. Батя просто Коломбо. Полиция Лос-Анджелеса годен. Они закрыли глаза на мое плоскостопие, и теперь мне дадут, наверное, патрульную машину. Чё-то не очень сложное. Я надеюсь, дальше-то покруче будет, потому что мне про это Ле Нуар писали еще, когда я Шерлока Холмса проходил. Но Шерлок Холмс был в плане расследования крут. Там было прям над чем подумать. Хотя я, в общем-то, по-моему, все правильно, кстати, проходил, ни разу нигде не ошибся. Ну, может, распяли не того, кого надо было, разок, другой, а в остальном-то все было норм. Водительское сиденье. Черт, я частный детектив теперь, что ли? А, я на работу пришел. А, ну я хожу в гражданском, видимо, я теперь дознаватель. Это твое место, парень, теперь ты в транспортном отделе, блядь, что? Чего нахер я теперь ГИБДДшник, что ли? И что я, бля, буду делать? Принимать экзамены на права или штрафовать за парковку? Чё за га... На паре Стефан Бековский? И нахер он мне нужен? Подожди, это я тебя тоже где-то видел. Серьезно, подожди. Ну и же детектив Кол Фелпс. А это же батя пацана из убежища Fallout 3, не? Шлюх наркоманов. Старший детектив отдела нравов. Я хочу в тот отдел. Кого мне надо нахлобучить, чтобы меня перевели? Мне не очень интересны ваши угнанные тачки, я хочу ловить шлюх. Джесси, парень, слушай. Бля, почему мы одеты как... Куплетисты, блядь, какие-то. Бандурины и вот этот второй, блядь. Теперь появляем гостеприимство Кол Фелпс. Самые, блядь, жидкие аплодисменты в моей жизни. А встаньте, Фелпс, и поклонитесь. Я поклонюсь вам сидя, это приказ, нах. Здравствуйте. Мистер Желтый Пиджачок. Фелпс, один из двух служащих полицейских управления Лос-Анджелеса, кто получил на войне серебряную звезду. Ты правда задал жару япошкам, а, Фелпс? Я делал все, капитан. Это и герой, а че пурпурного сердца-то не привез? Я даже с Фелпсом напарник из Стефана Бековски. Надеюсь, парень, ты любишь работать, потому что Бековски не делает ни хера. Ладно, ребята, закругляемся. Учитесь у Бековски, он хороший коп и знает в транспортном деле все ходы. Начнем с одного расследования, справишься, подберу тебе еще парочку. Завалишь, будешь гонять бродяг и сверять номера, а также свистеть на перекрестке и размахивать жезлом. А если будешь работать очень хорошо, я дам тебе радар и подскажу пиздатые кусты на трассе. Ну, Фелпс. Пойдем зарабатывать радарчик. Хули. Бля, он одет, как вот этот желтый король из Синкин-Сити. Обзор на это говнище я не делал, потому что, блядь, мне даже рассказывать нечего. Тупо сразу. В худшие игры года, и там о ней поговорим. Так, что, нам сказали выгребать, а дело-то мне дали? Мы продвинули, а? Я 6 лет патрульного трубил, пока за стол не сел. Тебе 5 минут хотел? Но я-то, знаешь ли, в отличие от тебя, людей допрашивал и убийство, блядь, раскрыл. А ты еще делал все эти 5 лет.
фразы этого... Слушай, всем настолько насрать, что ты там говоришь, что тебе даже субтитры не сделали. Хрено-то старое. Это они тут так пьют? Ну да, я бы тоже выкинул-то стаканчик, ведь из него вода не льется, он бракованный. О, чьи-то ноги. Здравствуйте, пожилая женщина. Всего хорошего. Черт, еще говорят, самые красивые бабы в полиции. Точно не в этой.